Кто тут меня в Ленине заподозрил? Ты, да? Мне очень неудобно, что я не смог вас угадать. Да, это хамство. Ну, чего у вас тут? Вас ждем. Долгожданных гостей маркизы подстерегает множество приключений. Сначала их отгадывают, потом измеряют рост. Ну что, выше? Их стараются принарядить. Ну-ка, раздевайтесь. Пиджак хотя бы. Я что, должен ее надеть? Жарко будет. Сладко почуй. Это ваш чай. Хороший. 3 ложки сахара. Опа! Их носят на руках. А они рассказывают истории, танцуют, поют и читают стихи. Как обещала, не обманывая, проникло солнце утром рано, косою полосой шафрановой от занавеса до дивана. Оно покрыло жаркой охрою соседний лес, дома поселка, мою постель, подушку мокрую и край стены за книжной полкой. Я вспомнил, по какому поводу слегка увлажнена подушка. Мне снилось, что ко мне на проводы шли по лесу вы друг за дружкой. Вы шли толпою, врозь и парами. Вдруг кто-то вспомнил, что сегодня 6 августа по-старому, преображение Господне. Обыкновенно свет без пламени исходит в этот день с фавора, и осень, ясная, как знамение, слегка окрашивает взоры, и вы прошли сквозь мелкой нищенской ногой трепещущий ольшанник в имбирно-красный лес кладбищенской, горевший, как печатный пряник. С притихшими его вершинами соседствовало небо важно, и голосами петушиными перекликалась даль протяжно. В лесу казенный землемершию стояла смерть среди погоста, смотря в лицо мое умершее, чтоб вырыть яму мне по росту. Был всеми ощутим физически спокойный голос чей-то рядом. То прежний голос мой праведческий звучал нетронутый распадом. Прощай, лазурь преображенская, из золота второго спаса, смягчи последней лаской женскую мне горечь рокового часа. Прощайте, годы безвременщины, простимся без неунижений, бросающий вызов женщине. Я поле твоего сражения, прощай, размах крыла расправленный, полета вольное упорство и образ мира в слове явленный, и творчество, и чудотворство. Thank you.
Смотрите программу «Маркиза. Ретроспектива» по выходным после 9 вечера на телеканале «Россия-24».